Поздно ночью Порошенко покинул страну. Срочный самолет Зеленский добил. В сети появилась информация о том, что после введения санкций против лидера партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктора Медведчука, экс-президент Украины Петр Порошенко покинул страну. Об этом в своем телеграм-канале сообщил член наблюдательного совета Сергей Лещенко. По его словам, информацию о том, что Порошенко с женой улетели в Стамбул, сообщили пассажиры рейса. Как сообщали пассажиры рейса турецких авиалиний, они были свидетелем того, как в субботу утром бывший президент Порошенко с женой вылетели в Стамбул. Ситуацию с каналом «Прямой» и наложенными санкциями на семью Медведчука будут перебивать фотосессии с Вселенским патриархом. «Поверите ли вы в такой трюк, Порошенко?» – написал Лещенко. Директор политических и международных программ Украинского института будущего Юрий Романенко в своем фейсбуке также не обошла стороной пятого президента Украины. Передаем его слова прямым текстом. «Каждый год 20 февраля я вспоминаю стон на Майдане, рыдания, плач тысячи человек. Мы поминаем погибших на Институтской. Этот стон я вспоминаю каждый раз, когда вижу лицо Порошенко и его людей, которые рассказывают нам, почему нельзя было построить нормальное государство в Украине. Порошенко и погибшие люди на Майдане – это две полярности, две противоположности, отражающие наш социум. Герои Небесной Сотни воплощают в себе определенность, готовность изменить судьбу и судьбу страны ценой жизни своей. Они были готовы порвать с прошлым, где бушуют договорняки, коррупция, моя хата с краю, ценой своей жизни. Порошенко ни с чем не был готов порвать. Теперь перед нами самый гибридный политик, который хочет сохранить гибридную теневую государство, который плевать на ваши стоны, вашу апатию, вашу человечность. И если мы хотим жить в Украине, которую лилась кровь 20 февраля 2014 года на Майдане, то никогда мы их не простим, таких политиков. Какое ваше мнение? Пишите в комментариях.